Медиахолдинг ТВК провел очередной розыгрыш к Новому году для своих подписчиков в соцсетях. Троим победителям вручили по 2 билета на спектакль «Следствие ведет Дед Мороз», а также фирменные подарки и сладости от телекомпании. Это уже второй розыгрыш, в котором подписчики телекомпании ТВК в социальных сетях смогли побороться за приятные призы, а именно за билеты на новогодний спектакль. Для этого нужно было подписаться на официальные страницы медиахолдинга ТВК в Инстаграме и ВКонтакте и следовать условиям под постом розыгрыша. Трем участникам, которым улыбнулась удача, вручили по 2 билета на спектакль «Следствие ведет Дед Мороз» театра «Заводной апельсин», а также фирменные подарки и сладости от ТВК. Свои призы победители забрали из телестудии. Я пролистала свою страничку и увидела, моя племянница участвует в розыгрыше 2 билета от театра «Апельсин», на котором мы давно хотели сходить. И решила тоже поучаствовать. И вот повезло. С первого раза, причем отметила только 1 раз. Я зашел в Инстаграм и увидел яркую картинку, и меня привлекло название «Следствие ведет Дед Мороз». Ну, вообще, мне очень нравится театр «Заводной апельсин», и поэтому я с удовольствием приняла участие в таком розыгрыше и выиграла. Подписывайтесь на страницы медиахолдинга ТВК в социальных сетях, следите за обновлениями, участвуйте в конкурсах и розыгрышах и выигрывайте призы от телекомпании и ее партнеров.